Всем привет, мы находимся в таком мегаполисе, как Череповец. Сколько там населения, Миш? 350 тысяч. 350 тысяч, и мы видим, просто смотрите, помимо Volkswagen, там весь двор Volkswagen, мы видим здесь просто шикарнейшие Mercedes'ы различных марок. И CLA, и E, и это вот что? Это CLS, по-моему, это C-шка новая, C-шка в старом кузове, C-шка новая. То есть смотрите, сколько Mercedes'ов. И что самое удивительное, давайте посмотрим вообще на обладателей этих Mercedes'ов. Ну, про Михаила Маленчева не буду ничего говорить, потому что, ну, это не удивительно, да. Человек с гигантским опытом в бизнесе, он, понятное дело, сумел разглядеть в ЛР большой шанс и преуспеть. Но меня удивляют, например, такие люди, как вот эта прекрасная девушка Анна. Как ей, такой молодой девушке, был опыт в бизнесе до этого? Я в 2012 году летом закончила университет. Ага. И понимала точно, что не хочу работать по найму, поскольку вижу, как живут мои родители, какое у меня было детство. Поэтому я сразу приняла решение работать на себя и знала, что такое сетевая индустрия. И как раз мне посчастливилось попасть в правильную компанию. 2 года я развиваюсь. Вот буквально несколько месяцев назад я получила, да, свой Mercedes, забрала его. И до LR, до Volkswagen Polo у меня даже прав не было и денег на автомобиль. Поэтому это реальный шанс для обычного человека, для каждого. Но мне LR просто... Мне с ЛР, во-первых, повезло, и поэтому я вам тоже желаю выбрать свой путь. Расскажи, Анют, как вообще вот за эти 2 года, как вообще протекает твоя жизнь? Это какая-то, наверное, скучная, монотонная работа? Или как это все происходит? До ЛР, вы знаете, я даже, можно так сказать, что за границей не была, кроме как в Египте. А вот в мае я сейчас была в Бремене на заводе Mercedes, где проходила обучение, тест-драйв разных марок. Вчера я приехала только из Алина, а после Алина мы отправились с моим ключевым партнером Ксенией Смирновой в Майорку, чтобы отметить ее день рождения. Где вы? Когда вы были в Майорке? Вчера? Мы были в Майорке позавчера, То есть у нас было обучение в Алине с 13 по 15 июня. 15 июня мы уже вылетели в Майорку, в Испанию. Там колесили, к сожалению, не на Volkswagen Polo. По острову классно отдыхали, купались в море, отмечали день рождения моего ключевого партнера. Вот для меня, знаете, еще что очень радостно, что не только я преуспеваю, а те люди, кого я пригласила в этот бизнес, также начинают преуспевать. И для меня это, ну, большая такая благодарность вообще вот компании за то, что все здесь преуспевают, кто хочет и кто действует. Отлично. Еще вопрос такой. Вот какие люди вообще тебя окружают в ЛР? Что это за люди? Это, наверное, может быть... такие люди, которые вот на многих работах пессимисты и так далее. Что здесь? Кто здесь есть? Здесь люди, которые заряжены на успех, открытые очень люди, амбициозные. Те люди, кто меня также заряжают на успех. Есть кому стремиться, и я также благодарна компании, потому что я познакомилась с этими людьми, потому что в обычной жизни я бы никогда не нашла, не познакомилась бы с Рустамом Душаевым, с Михаилом Маланичевым. Поэтому я просто благодарна ЛР, вот, и также и спасибо за большое. Спасибо. Эту возможность. И буквально 20 секунд можем мы посмотреть салон все-таки. Мне очень интересно самому. Потому что, когда, вот знаешь, я тебе честно скажу, до ЛР, когда я видел девушек на Мерседесе, у меня были, признаюсь, какие-то левые мысли всегда, да? Что мне не верил, что молодая девушка может вообще сама заработать на Мерседес. Наверняка были разные моменты, да? Но сейчас я понимаю, что вот в ЛР это возможно иметь. Вот как вообще ты себя чувствуешь за рулем вот такого автомобиля? За рулем такого автомобиля я себя чувствую просто королевой. У меня панорамная крыша. Ух, ёлки-палки. Вот так вот. Да, можно ее открыть. Вот такая вот возможность появилась, и я даже мечтать не могла, что вот так все будет. Это, не знаю, я пока еще не ощутила в полной мере, потому что я еще меньше месяца езжу на этом Мерседесе, поэтому... Не знаю, наверное, это очень круто. Это очень круто. Но я тебе 100% скажу, когда, ну, вообще, по идее, по статистике, ну, наверное, 80% вообще молодых людей даже не имеют какой-то Mercedes, вообще автомобиль, да? И вот когда я был таким молодым человеком без автомобиля, когда я это все видел, это было действительно вот как-то очень... по крайней мере, меня это сильно задевало, да, потому что почему именно я езжу на трамвае, и вот я понимаю, что вот на какую вещь, да, вот мы несем людям, вот
так, возможность такие автомобили. Мне когда спрашивают, кстати, сколько стоит твой Мерседес, я всегда говорю, 41-х линий. Да, да, кстати, 41-х линий, у меня 41-я первая 41, линия. Ну слушай. Но четко. На самом деле есть над чем работать, потому что я хочу расти, и, соответственно, нужно активно расширять первую линию. Но для лидера организации, для Мерседеса, достаточно 41-х линий. Круто! Ну вообще классно, я тоже очень рад, что познакомился с тобой. Давай выйдем и буквально в завершении нашего видео, здесь вот видите, Михаил Иванович на своем Е-классе купе. Здесь вот смотрите, есть еще такой классный CLS, да, 350. Мы в следующем репортаже снимем о нем тоже видео, потому что вот обладательница этого Мерседеса, очаровательная девушка. Если в первом случае у нас была просто красивая девушка, а эта красивая девушка еще и блондинка. Представляете, вообще просто феноменальные вещи творятся в ЛР, да? А Анастасии Батуриной мы снимем видео в следующий раз.